Владис мяч сейчас за боковой. Резервный уже готовится выйти с табличкой. Показать, сколько пустовой это добавил к первому тайму. На пока 0-0 матче Спартак-Анжи. Несмотря на обилие моментов. Рохо. Хлебосолов развернул защитника. Падает пенальти. Пенальти на последней минуте. Пока пенальти. И Обухов бьет точно. Прямо по центру. 1-0. Владимир Обухов. Зотов. Роха. Фадееву. Снова Роха. Опять все это неспешно, это тяжело. Тяжело даже переиграть Анжи. Когда играешь стоя. Легко успеть. Но вот Леонтьев сыграл нестандартно. Святого подключил. Тот штрафной площади. И точно на Леонтьева, на левую ногу. Тот не бьет. А бьет Савичев. И 2-0. Наконец-то. Столько у него моментов было для удара в первом тайме. Самсонов вступить в игру. Леонтьев, наверное, заменит. Альшин. На Ходорева. А вот Антон включит скорость сейчас, да, и будет подача штрафную. Роха бьет головой. 3-0! Красивый мяч.